Вас приветствует рубрика «Кинозал». Меня зовут Виталий Рыжков. Еженедельно мы рассказываем вам о том, какое кино стоит посмотреть в свободное время дома. Впереди школьные каникулы, а это значит, что дети начнут проводить намного больше времени с родителями. И это отличный повод для семейного просмотра какого-нибудь захватывающего фильма. О том, что предлагает сервис видеопрокат интерактивного ТВ от Ростелекома для просмотра с детьми, мы расскажем в ближайшие несколько минут. Каждый из нас в детстве играл с конструктором. Как же еще можно построить дом или замок прямо у себя дома? А вот создатели фильма, о котором идет речь, построили целый мир, где каждая деталь, вплоть до мелочей, сделана из конструктора. Лего-фильм – захватывающая история не только для детей, но и для взрослых. Маленькие пластиковые герои выглядят совершенно живыми, заставляются переживать им вплоть до того, что особо чувствительные зрители могут прослезиться. Сюжет фильма повествует историю простого парня, жизнь которого предопределена на годы вперед. Эммет, так зовут главного героя, все свои действия согласовывает с инструкцией и доволен этим вплоть до встречи с девушкой, дикаркой или просто Люси, после чего попадает в водоворот событий, превращающих его в избранного, который ни много ни мало должен спасти мир. Фильм сдобрен простым и понятным, но вместе с тем оригинальным юмором. Сюжет развивается в лучших экшен-традициях, а добавляет реалистичности возможность посмотреть его в формате 3D. Кино, вне всяких сомнений, подходит для семейного просмотра и относится к категории 6+. Ну а после просмотра поиграйте с детьми в конструктор и придумайте свою историю и свой сказочный мир. К Бэтмобилю! Черт! К невидимому самолету! Черт! Волшебный мир красоты и уникальных человеческих возможностей, изумительная музыка и ошеломляющие спецэффекты, любовная история, рассказанная без слов. Все это о фильме «Цирк Дю Солей. Сказочный мир». Рассказывать о цирке Дю Солей много не стоит. Кто-то был на их представлениях, а остальным лучше просто смотреть. Фильм смонтирован на основе 7 шоу цирка, которые демонстрировались в течение года в Лас-Вегасе. Продюсером выступил никто иной, как Джеймс Кэмерон. Вспомните «Аватар» и «Титаник». Титанический труд гимнастов и постановщиков, реквизиторов, операторов и гримеров и еще нескольких тысяч профессионалов предстает перед зрителем в полуторачасовом завораживающем шоу, погружающем в атмосферу невесомости и волшебства. Сходить на представление одного из лучших цирков мира, не выходя из дома, у создателей сказочного мира получилось дать эту возможность каждому. Фильм рекомендован для юных зрителей старше 6 лет и их родителей, и также доступен в формате 3D. Лего-фильм, «Цирк Дю Солей. Сказочный мир» и еще более 1500 фильмов и мультфильмов, в том числе в форматах HD и 3D, всего в одном нажатии кнопки пульта от вас в меню интерактивного ТВ от компании «Ростелеком». Внимание! Только до 31 мая «Ростелеком» предлагает подключить интерактивное ТВ по акции и получить более 100 каналов за 100 рублей в месяц плюс 100 фильмов из сервиса «Видеопрокат» бесплатно. Подробности и условия акции по телефону 8 800 100 0800, звонок по России бесплатный, а также в офисах продаж компании «Ростелеком». Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.